сидеть. Моня, ты зачем какашками измазалась? Причем какими-то человеческими. Так, я сегодня занимался делом. Парикмахерским искусством. Подстриг березу. Подстриг березу, потому что береза у меня обросла вся, как бирюк. И ее ветки, короче, били по крыше. Ну и так. Скрип-скрип, шум, ну, в общем, сбрил. Да. Че, кто там? Ой-ой-ой, ой. Кого-то занюхало, да? Короче, вон, волосы от березы. Я вот сейчас беру колоночку, включаю. Так, ну тут подкосил. Сейчас эту кучку доколю. Вот. Кучку доколю. Колоночку сейчас воткну. Будем слухать. Вроде солнце греет. То аккумулятор поменял. Как бы неохота ее это садить лишний раз. Вот сюда поставим, сейчас дадим газу. Игоря Талькова послушаем. Так, ну что еще? Чё. Вот, колемся, режемся. Вот мои эти запасные ноги. Вот. Хорошие хоботы. Так. Размер примерно 32. Я не знаю. Это имелось в виду, чего 32? Тут все 52, даже не 47. Короче, вот такие ноги у меня есть. Ну, я их это, вот так прямо надеваю и дрова в них пилю, потому что, ну, вы поняли. Скворцы, вроде говорят, прилетели, но я еще пока не видел. Сегодня что я сделал хорошего? Так, ну я подложил, как он называется, горбеля, как бы, ну вот начал складывать, пока стараюсь ровно складывать. Так, штатив что-то у меня, короче, поломался, ну не поломался, я случайно на буране на него наехал, и вот эту штуку, куда телефон ставится, ну, поломал. Так, поэтому сейчас вот с руки пока снимаемся. Что-нибудь надо придумать. Ну, в общем, что? Колю дровишки. Возможно, вечером поеду в Белый Яр, но это еще не точно. Пока покалю дрова. Вот. Донька! Хватит гавкать. Главное, что березу подстриг. Небо голубое. Липотень. Так. Ну, в принципе, этот район, я туда километров на 20 знаю все. Дальше это озеро, я, честно, не ходил. Знаю, что это круг, примерно 7 километров остров. Ну, сейчас как бы занавигатимся, карты лесника дадим и дадим туда. Так, пойдем быстро. Для этого мы используем супер быстрые лыжи от нашего подписчика. То есть считай, что пойдем, как говорится, налегке, но придется тащить камеру, иначе же вам ничего не показать. Камеру тащить, как говорится, штатив. Так, это нам для чего? Ну, можно их отцепить. Но, в принципе, он говорит, что это для того, чтобы снег не падал нам, как бы, куда не надо. То есть используем вот такие вот штуки. Вот, не то, что на снегоходе утонуть. На этой, как бы, вообще четенько есть получается. Доша! Ух ты! Ух ты! По колено. Ладно. Офигеть.
Так, ну это озеро я знаю. Я на нем, как говорится, карасей ловил. Называется оно типа Коноплянка, что ли, мы его называли. Почему-то. А вот что дальше там? Лес какой-то. Доня, ты как себя чувствуешь? Вперед. Побежали. Вообще. На этих лыжах можно бегать так, что волк тебя не догонит. Хотя у волка 60, но у меня 15-16 километров в час. Монька точно отстает. Давай, давай, давай. Хоп. Короче, идем по волчьему следу. Почему это волчий след? Потому что потом лисий покажу, лиса почти что не проваливается. Я не знаю, как у него лапы идут. А вот волк, он маленько садится. Так, чу-чу-чу. Моня, взять! Так, ага. Тут мы обойдем. Если пробовать. Так, смотрим на осину. Смотрим на осину. Мне еще баньку надо срубить. Так, здесь она такая себе. Такая себе. Если только парочку. Парочку только. Хотя не парочку. Так, тут. Ага. Так. Опачки. Доня, как говорится, сзади. Куда же ты нас заведешь, волчары дикие? Ага. Так, этот лесок такой. Такой натуральный лесок. Ага. Вот как раз интересно, что за этим леском. И сколько надо будет идти за ним. Оп. Вообще это остров, остров это. Так, волки не дремлют. Вот. Он тут тоже лазил. Ну, один на один, я думаю, с волком. Как бы у нас есть преимущество. У нас есть лыжи. У нас есть Моня. Моня, иди. Тоже я устал. Давай, иди сюда. Ты чувствуешь волков, нет? Давай, иди ищи. Тебе за едой идем. Конечно, лучше бы было взять карабинчик какой-нибудь. Но в следующий раз так и сделаем. Потому что я начинаю уже очковать. Так. Он тут часто ходит. Но это вот уже хрен пойми. Это какой-то двойной след. Это другой след. Непонятно, что и как. Либо росомах, либо кованок. Волчик, вон тот след. Так, едем дальше. Оп. Оп. Пошел кыргызатик. Кыргызатик это там, где как бы сложновато идти. Так, ну мы идем по росомашему следу. Ну я не знаю, двойной такой. Норка вряд ли. Слишком крупный. Слишком крупный след. Белки здесь тоже, я думаю, делать нечего. Но куда мы, нас это все дело заведет, мне интересно. Так, должна быть ржавая протока. Уже, вон какой-то вижу ров. Спустя еще километр. Тут вон тот след непонятный, сейчас мы к нему подойдем. Пересекается. Так, так, так. Вон тут волчий
Это уже поменьше. И вон тот непонятно чей. Там третья лыжка идет. Это вот не знаю, что не за ручей пошел. И куда он уходит. По нему надо будет тоже. Не ржавый ли это, хотя вряд ли. Так, мы идем дальше, на восток. Фу. Ваня, как себя чувствуешь? Нормально? Так, ну вот какая-то река. Так, это чисто еще и дядька будет смотреть под вэпом. То есть вон у нас идут провода. Так, где они? Вон провода. Третья вышка. Третья вышка, второй. Так, ладно, по следам, что у нас? Так, ну вроде. То есть сюда по воде можно приехать, значит, по второй курье. Ну и как бы дальше еще сделать такой этот эксперимент. То есть по воде ты более-менее не застреваешь. Вот это двойной след, я не знаю, что это. Как бы такой он отделяющийся. Так. Ну вот это тоже непонятно. Ага, ага, ага. Так. Ух. Вот эта лисичка, она идет ровно, смотрите-ка. И вот это тоже она. Погоня за зайчиком, так. А у нас еще дальше. Фу-у-у. Ну, хотя бы километр. Вот там. А! Показались голоса. Вот там видны елки, сосны. Какой-то хвойняк. Мне чисто интересно. Хочу до него дойти. Отсюда вам не видно, где-то в 2 километрах на горизонте. Ладно, пойду попробую. Так. Ну вот, прибыл еще куда-то. Так, нет, провода у нас идут. Я тут был. В объезд. Интересно, куда это ведет. Это мы можем на снегоходе как бы прокатиться. Свои места надо знать. Но зато я, как говорится, нашел, где живет стая. Сейчас мы должны с ней повстречаться. Моня! Еще всего лишь 10 километров назад, и все, будем дома. Кстати, вот, курить почти неохота. Красотень-то какая, а. Так, смотрим, что у нас. Ну, дальше не пойдем. Вот это что такое? Зайдем на буране. Завтра тут прокатимся с ветерком. Бак зальем только. Мань, ты посмотри, там свадьба какая-то была. Лисия, не то волчья. Сейчас глянем, что там у нас. Я тоже устал. Так, вот плохо, что коптера нету. Так, тут. Давай, иди, Моня, возьми. Так, вот дальше, конечно, тоже интересно, что там. Но мне не нравится, что мы идем вдоль, как бы, вэп. А мы должны в другую сторону идти, маленько. По компасу сбились. Так, вот так хоть взяла след. Ага. Смотрите, тут. Кто кого искал. Вот норы. Эй-эй! Гражданка лисица. Не хотите выйти? Ну, может тут не только лисица. Сейчас Моня разберется. Она у меня. Если след взяла, все. Как говорится. Уже не отступится.
Ну, я думаю, на этой прекрасной ноте, так, на закате солнца, мы, наверное, почалим назад, как раз придем потемну уже. С вами был Семен Зоров, до новых встреч. Монь, ну чё, как ты себя чувствуешь? Хочешь ли ты курить? О, вот бы сказали, на снегоход, да? Чё, поедешь со мной? На мне поедешь, а, Монь?